Ну, в первом периоде провалили игру, могли забивать, но не сложилось, пропустили много ненужных голов. Так игра сложилась. Ну, состав у команды соперников немного поменялся, но, не знаю, может, настрой, я не знаю. Будем с пацанами думать, что делать дальше. Ну, надо выходить в следующую игру и выигрывать. Пацаны все молочки, хорошая игра. Первый, второй, третий период показали свой характер. Счет на табло, много бросков, много на себя приняли шайбы пацаны. И, в общем, хорошая игра получилась. Не знаю, просто за счет характера. Все пацаны сегодня хотели выигрывать. У нас счет серии 2-2. Это непозволительно для нас. И сейчас будем доказывать и идти дальше.